героическая вещь, вот, собственно, это как самый лучший способ отметить свой день рождения, это сделать публичную лекцию. Вот. Хотя до сих пор у нас в этом истории не было. Вот, это первое. Второе, значит, рассказ проходит по рамкам Ллойда. Так, я, не, ладно, я не буду сказать, просить поднять руку, кто вообще такое слово слышал, уже знает, что это такое. Вот, ко мне подходили люди совершенно выпущенными глазами и говорили, что это вообще, в принципе, быть не может. Как это? Да, ангелоплоидов. Да. Другие приходили и говорили, что я прочитал на Википедии, где это выходило. Вот. Я про это не могу. Да? Вот, так что, Дина. Докажите, да? Да, 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 давай. Хорошо. А, шторки. Я тебя не слышу, Николай Борисович. Все, давайте, Дина, поехали. Тема у меня доклада такая, ну, так затравочная, да, курс на выживание. Действительно, самое такое главное – это получить жизнеспособное потомство. Вот. Ну, это так, к слову. А. Вообще, мой доклад будет состоять из таких, ну, примерно трех частей, да. Ага. Вот. Причем, вот это не ошибка, действительно, третья часть, она гораздо больше, поэтому здесь тоже больше. Это полиплоидия, реорганизация генома у аллополиплоидов. На других полиплоидах я сильно не буду зацикливаться. И мейоз амфигоплоидов. Так, полиплоидия. По разным оценкам, от 30 до 70 видов растений полиплоиды. При этом существуют разные типы полиплоидии. Автополиплоидия – это наследственные изменения, в котором происходит кратное увеличение числа наборов хромосом в клетках организма одного и того же биологического вида. Яркими представителями это вот культуры, да, которые мы постоянно используем, это сахарный тростник и картофель. Ну, у картофеля искусственно созданные есть полиплоиды, но и в принципе диплоиды тоже есть. Так, аллополиплоиды это растения, у которых кратно увеличено количество хромосом гибридных организмов. То есть там встречается геном папы, геном мамы, и они отличаются. Вот. Это типичные представители – это хлопок и пшеница. Есть еще, можете встретить такой как бы, термин – палеоплоидия. Вообще палеоплоидия – это авто- или аллополиплоидия, которая произошла, по крайней мере, несколько миллионов лет назад. При этом важно понимать, что полиплоидами могут называться также и растения, которые в настоящее время являются диплоидами, поскольку в результате эволюции, они, ну, в результате реорганизации геномов, они потеряли большую часть генетического материала. И, допустим, представители такие, как цингерии и колходиум, у них вообще 4 хромосомы. В эволюции покрытосеменных было множественные акты дубликации генома. И, учитывая палеоплоидов, практически 100% можно считать полиплоидными видами, ну, растений. Кроме того, роль полиплоидии в видообразовании такая получается довольно важная, да, банальности. Просто, ну, глядя на эту картинку, можно заметить, что вот они, акты полиплоидии, полиплоидизации, да, они произошли как раз на стадиях, как бы, ну, в периоды смены эр. Ну, допустим, как она там, меловая, она третичная. И выжили в большинстве случаев все-таки аллополиплоиды, поскольку аллополиплоиды, они за счет того, что у них разные родительские геномы, у них больше вариация генов, и, соответственно, у них больше шансов приспособиться к возникающим условиям. Как образуются, чем характеризуются различные полиплоиды? Ну, здесь скорее уже о, ну, скажем так, некоторой научной работе, да, научной селективной работе, поскольку постоянно этим люди занимаются.
нужно различать, допустим, полиплоидов мы можем получить либо умножение, ну, то есть самоопыление, там какие-то произошли ошибки, да, получилось автополиплоид, да, а можем получить гибридизацией. И гибриды могут у нас получиться аллополиплоидные с увеличением числа генотипов, да, и без увеличения, получается, сохранение числа хромосом в кариотипе, характерно для родительских, там, допустим, 12-12, здесь тоже будет 12, да. Вот. При этом гомоплоиды существуют также, конечно, и природные, такие как оксфордский крестовник, да, он возник в результате гибридизации вот этих двух видов. Позвольте мне их не зачитывать. Сейчас работы ведутся, как говорится, в разных направлениях. Например, доктор или профессор Лукашевский из Университета Калифорнии скрещивал итальянскую ржаную траву и овсяницу луговую. И получил совершенно такое замечательное жизнеспособное растение, у которого, как видите, нормально идет вот первое деление мейоза, второе деление мейоза, и получается фертильное потомство. У автополиплоидов изменяется уровень экспрессии очень небольшого числа генов, и из-за этого их иногда не относят к другому виду, а просто как отдельный цитотип. Причем в метафазе мейоза у тетраплоидов не наблюдается серьезных нарушений. То есть, допустим, квадриваленты образуются, я бы не сказала, что это там прям серьезное нарушение. Вот. Аллополиплоиды, как вы видите, можно получить различными комбинациями, но в основе их идет либо скрещивание разной плоидности растений, допустим, диплоида с каким-нибудь уже там плоидным растением, да, вот, как в случае вот Б, Е, С, а можно в результате увеличения, кратного увеличения числа хромосом при удвоении. Получается, например, при самоопылении гибридов F1. Например, на примере арабидопсиса можно наблюдать получение жизнеспособных гибридов без особых нарушений в мейозе. Однако, аллополиплоиды не всегда так легко образуются. Да? Допустим, при получении аллотетраплоидов козлобородника мы уже наблюдаем межгеномные транслокации вот стрелочками моносомии и трисомии, что тоже влечет за собой не всегда фертильные потомство. И вообще, в принципе, с какими проблемами сталкиваются аллополиплоиды? На данных есть разделение в иностранной литературе на генетическую диплоидизацию и цитологическую диплоидизацию, да, то есть процесс, когда полиплоид пытается приспособиться и становится там диплоидом. То есть, это некий эволюционный процесс диплоидизации. Вот удобнее им быть диплоидами. Так проще, так легче мейоз идет и прочее. Вот. Так вот, на уровне ДНК у гибридов уже там в первом поколении наблюдается элиминация последовательности ДНК, элиминация или увеличение высококопийных последовательностей, активация транспозонов и генная конверсия, конечно же, метилирование и деметилированные ДНК, которые приводят к сайлентингу или активации генов. Также у родителей, там, у мамы и папы были разные регуляторные сети, да, там, каждого гена, и получается такой небольшой дисбаланс, иногда очень большой. На клеточном уровне это как раз-таки цитологическая диплоидизация. У гибридов есть такая проблема, как различие, например, в размере хромосом. Или неспособность спариваться, или спариваться как-то неправильно начинают.
также может быть асинхронность конденсации и различные другие ошибки, ну, именно клеточного уровня. Так, рассмотрим решение некоторых проблем на примере пшеницы, мягкой пшеницы и ее гибридов. На остальные, как бы, там есть ссылочки, если что, можно пройти, кому интересно. Просто большой очень материал, невозможно все охватить. Допустим, ну, вот это вот можно сказать синтетическая пшеница, да? Вообще пшеница, она аллополиплоид, у нее 42 хромосомы, причем по 7 хромосом от каждого предкового растения. Вот. И в мейозе наблюдается вот такая вот каша, я бы это так назвала. Вообще, Сирс разделил, как бы, ну, выделил у пшеницы так называемые группы, да, есть геномы АБД предковые, при этом у них есть гомеологичные группы с 1 по 7, это 7 пар хромосом как раз. Причем вот, допустим, группа первая хромосома, вот первая хромосома генома А, первая хромосома генома Б и первая хромосома генома Д, они гомеологичны. Для того, чтобы не спаривались гомеологи, у растений есть гены PH, которые супрессируют спаривание негомологов и гомеологов. Это как раз таки цитологическая диплоидизация. Вот. Ген PH1, локус был определен, обнаружен на длинном плече хромосомы 5B мягкой пшеницы в 1958 году. В профазе мейоза у полиплоидов наблюдается образование кластеров центромер. Вот здесь вот. И неважно, причем плоидность, допустим, гексаплоидная или тетраплоидная эта пшеница, мы наблюдаем у полиплоидов образование кластеров центромер. Это, на мой взгляд, некое решение, как разделиться, чтобы в дочерние клетки попало нужное количество хромосом. Да? То есть они сначала кластеризуются, а потом под действием гена PH1, здесь они начинают растягиваться и образуются именно пары гомологичных. В общем, ген PH1, он как раз отвечает за разделение негомологичных центромерных ассоциаций. Вот, то есть, вот он, поиск гомологов, образование кластеров. Образование негомологичных кластеров идет разделение. У пшенично-ржаных гибридов там этот ген тоже работает. Если не работает, это совсем другая история называется. Вот. Причем он работает не только в клетках женского там мужского полового пути, но еще и в соматических клетках. То есть у мутантов гена PH1 наблюдается кластеризация, а у мутантов PH, у немутантных, простите, растений идет разбор этих кластеров. В мейозе у гибридов также наблюдается кластеризация, либо ее отсутствие, в зависимости от наличия генов PH. В общем, третья часть – это мейоз амфигоплоидов. Очень важно отметить, что вообще почему возможно появление вот фертильных, да, частично фертильных гибридов, потому что у растений, в отличие от животных, отсутствует пахитенный чекпоинт. У животных на этой стадии проверки все останавливается, и мы не можем получить гибрид. Вот, например,
тоже вот эта синтетическая пшеница, да, очень сложно разобраться, что на самом деле тут происходит. Потому что мы видим, допустим, вот в одном пыльнике множество клеток совершенно по-разному распределенными хромосомами. Так все-таки, как преодолевается стерильность? Стерильность преодолевается за счет митической реституции, то есть восстановления соматического числа хромосом при блокировании одного из делений в мейозе. Одним из первых данное явление наблюдал Карпеченко с товарищами при получении как раз той самой рафанобрасики, которую нам рассказывали на генетике еще в университете, и это был там один из таких ярких, потому что он был один из первых. Кроме данных растений, да, ну и вообще исследования ведутся на других объектах, конечно же, и вообще некоторую, скажем так, терминологию, которой я буду пользоваться, была введена совершенно другими людьми на совершенно других, скажем так, объектах. Вот, например, у меня будет использоваться терминология mitotic-like и meiotic-like. Она вообще была введена при исследованиях на картофеле, на диплоидном картофеле, у которого реституция имеется, но там идет совершенно другой механизм. Там все идет за счет мутации, которая, как говорится, выстраивает по-другому веретено или там его отключает. Вот. Также еще частично фертильные гибриды могут получиться, если у растений идет предмиетическое увеличение числа хромосом. Например, это работа на томате. Ну, 2013 год, совсем недавний. У пшенично-ржаных гибридов можно, ну, скажем так, в нашей лаборатории было выделено из того, помните, вот этот вот объем большой всяких клеточек, было выделено два основных типа, да, там, конечно, можно еще по-разному это все разделять. Это meiotic-like и mitotic-like. Meiotic-like, основной принцип, что там два деления, и в результате получаются несбалансированные гаметы, и они пыльца стерильна. А в результате meiotic-like там идет только одно деление, как мы предполагаем, да, потому что очень сложно это зафиксировать, это надо вот онлайн, да, это довольно проблематично. Мы видим только определенные, скажем так, срезы. Мы сорвали там пыльничек, да, на определенной стадии. Ну, мы увидели то, что в этом пыльничке. Мы же пока не можем проследить, что там дальше, как будет развиваться конкретно эта клеточка. И мы пытаемся систематизировать это все. Вот. Так, каков механизм реализации реституции у амфигоплоидов? В нашем случае мы рассматриваем, скажем, схема получения амфигоплоида, да? Вообще, в принципе, да, сейчас я могу даже здесь, вот, амфигоплоид. То есть здесь идет гаплоидный набор каждого из родителей, предков, допустим, да, и непредков тоже. Вот. Вот это и есть амфигоплоиды. В нашем случае амфигоплоиды, они еще, скажем так, хитрые, да. У нас имеется целая, как бы, линия, да, как несколько линий, да, родоначальников, скажем так, да, из которых мы получаем амфигоплоиды. То есть мы используем замещенные линии пшеницы. То есть у нас у пшеницы одна хромосома замещена, одна пшеничная хромосома замещена ржаной. Ну, допустим, вот 1РВ1А и 1Р6А.
от 6.6 в 6. Вот. При этом мы получаем гибриды с различной степенью фертильности. Как, например, комбинация 2R2D на R, да, дает практически в 100% стерильную пыльцу. То есть мы наблюдаем в основном вот такие вот картинки. 1R1A на R. И, ну, тут же вот еще 5R5A на R. У них преобладает, ну, мы это назвали редукционный эквационный тип. Это смешанный тип, да, то есть наблюдается такой своеобразный, да, то есть часть хромосом отходит к полюсам в неизменном виде, да, не поделившись никак. Причем учитывайте, что каждая эта хромосомка, вот которую мы здесь видим, она одна, у нее нету гомолога. Это именно амфигоплоид. Ну, за исключением вот этой вот эрочки, которая пришла вот отсюда, да. То есть в крайнем случае мы должны видеть одну отошедшую хромосому целую, а все остальное, вот, допустим, здесь частично делится на хроматиды уже. Ну ладно, это об этом дальше. Еще есть mitotic like, которые как раз-таки в конечном счете и дают фертильную пыльцу. У них, как мы предполагаем, есть только одно вот это первое деление. Вот, и идет блокирование второго деления. Мы видим диады, из них получается стерильная пыльца. Ой, фу, фертильная, простите. И есть такое предположение, что данный тип деления, он именно, вот, как говорится, mitotic like, что это, митоз или мейоз? Ну, необходимо, конечно, напомнить, что такое вообще митоз и мейоз. Ну, я думаю, все это знают, но в каждый слайд я решила, что все-таки надо вставить. Но ключевым здесь является то, что первое деление в мейозе редукционное, а второе эквационное. Редукционное деление – это с уменьшением числа хромосом, а эквационное – это разделение хромосом на хроматиды. То есть, если эта клеточка была 2N, то вот эти клеточки, которые дальше претерпевают во втором делении, ну, дальнейшее деление, они уже каждая по 1N. Поэтому это редукция. Редукционно расходятся гомологи, да. Хроматиды. Да, спасибо, Павел Михайлович. Вот. Также в митозе сразу расходятся хроматиды. Что интересно, что на самом деле в природе такие существуют переключения с мейотического на митотический тип. Например, некоторые мутации, там OSD1, это мутация отсутствия второго деления. То есть идет, начинается нормальное первое мейотическое деление редукционное, идет кроссинговер, да, идет реорганизация, вся вот эта вот, у нас получается, ну, а потом отсутствует второе деление, и у нас дочерние клеточки, они сохраняют свою, скажем так, плоидность, да, но при этом они отличаются от родительских, поскольку отсутствует второе деление. Также фертильная пыльца может получиться у растений, так называемых, ну, миме, это mitotic, ну, meiotic, да, то есть turn to meiotic, по-моему, так. Это именно переключение с мейоза на митоз. Вот. У них идет первое деление, причем сразу и на хроматиды, нет кроссинговера, и получаются гаметы 2N, которые идентичны родительским. Другие комбинации, мутации, ну, к сожалению, такого не дают.
Также известна мутация АМ1, которая контролирует переход от митоза к мейозу. И там наблюдается тоже замечательная картина. Для митоза характерно наличие, не все, наверное, это знают, препрофазного кольца такого вот. А при данной мутации это препрофазное кольцо наблюдается в мейозе. При этом мейоз для миоцитов характерно веретеноделение, как в митозе, и разделение хромосом на хроматиды. То есть тоже отсутствует второе деление и может получиться фертильное растение. Так все-таки, каков механизм реализации реституции амфигоплоидов? Я хотела бы вам немножко рассказать про центромеру. Да? В митозе кинетохоры ориентированы биполярно. И получается, что сестринские хроматиды растаскиваются в две стороны, как раз цепляясь за эти кинетохоры. А в мейозе, в первом делении, кинетохоры ориентированы монополярно, и поэтому они отходят к одному полюсу, как раз чтобы не потерять друг друга. Да? Это пример, как это цитологически может выглядеть. В норме, допустим, при помощи флуоресцентной инситу гибридизации можно наблюдать такую картину. Да? В митозе мы видим растянутые диффузные сайты гибридизации. Это зон с использованием зонда специфичного для центромеры злаковых. В первом делении мейоза мы видим плотные одиночные и во втором делении растянутые диффузные центромеры. Да? То есть у нас не только получается, что такую моно- и биполярную ориентацию можно увидеть и на цитологических препаратах. У гибридов, у амфигоплоидов, мы наблюдали различную картину. То есть те гибриды, которые мы считаем, могли быть фертильными, да, если бы мы не убили эту клеточку, мы наблюдаем большинство хромосом выстраиваются на эквационной плоскости, да, и у них идет именно натянутые диффузные, там растянутые диффузные сайты. А в редукционном делении, да, Myotic-like, мы наблюдаем точечные. Причем у частично фертильных амфигоплоидов фертильная пыльца получается не только в случае, когда мы видим вот такое деление, да, то есть это блокирование второго деления, но и в случае блокирования первого деления. При этом мы наблюдаем вот такую замечательную картинку. Дальше там будут другие подтверждения нашей теории. Но для этого надо напомнить немножко про, скажем так, сказать, чем мы будем пользоваться, да, наш инструментарий. Инструментарий – это иммуногибридизация, да, локализация антител на белках. Причем в белках хроматина. Мы используем антитела к фосфорилированному гистону H3 по серину в 10 положении. На иммуногибридизации это выглядит примерно так же. То есть в митозе фосфорилирование гистона наблюдается только в прицентромерной области. Одной характерной особенностью, да, у растений и
как бы является то, что фосфорилирование происходит в митозе только при центромерной области, а в мейозе в первом делении по всей хромосоме, а во втором делении также только при центромерной области. Однако существуют такие мутации, вот, как AFD1, absence of first division, при которых уже в первом делении мы наблюдаем только фосфорилирование только по центромерной области, а во втором делении вообще не наблюдаем данной модификации. И на этом как бы основаны некоторые предположения, да, как разделить митоз и первое, как, ну, как отличить митоз и первое деление мейоза, да. Вот. Специфика локализации антител на хромосомах в митозе и мейозе такова, что, ну, опять-таки, да, в норме в митозе первое деление – это точечная локализация, второе деление по всей хромосоме, ну, с затуханием в анафазе и телофазе, соответственно. Второе деление аналогично митозу, то есть там тоже только точечные. У майотик-лайк деление приводит к стерильности, то есть мы наблюдаем множество разных вариантов, да, деления, при котором, например, хромосомы отходят совершенно, ну, то есть здесь вообще практически все отошли к одному, и часть потерялась, да. Ну, во втором делении наблюдается точечная локализация, и при этом получаются тетрады с большим количеством микроядер. И данная пыльца, которая получается, она стерильна. Ну, здесь видео, я его покажу потом. Вот. Так, все-таки фертильные, ну, хотя бы частично фертильные, у нас получается в двух случаях. Первый случай – это формирование монополярного веретена и блокирование первого деления у амфигоплоидов. Мы наблюдаем такую вот шапочку, да, то есть вот это, можно сказать, вид сверху, вид снизу. Препараты не давлены, но они такие, как бы, все равно немножко приплюснутые. Вот. И наблюдаем наличие второго деления с образованием, ну, таких вот, так. А, ну да, получается, в первом делении, простите, в первом у нас деление не происходит, поскольку все хромосомы отходят к одному полюсу, да, а во втором мы наблюдаем образование диад. Также фертильные, ну, частично фертильные гибриды получаются в случае блокирования второго деления мейоза. Это так называемый mitotic-like, как я уже говорила. Для них характерно, ну, опять-таки, расположение на эквационной плоскости и расхождение всех хромосом, деление всех хромосом на хроматиды и блокирование второго деления. То есть вот здесь уже видно, то есть здесь они еще вместе, хромосомы и хроматиды, а здесь они уже, вон, видно, что они более тонкие, и как бы их значительно больше, чем здесь, за счет того, что их там уже двойное, по две штучки. Таким образом, мы, в общем, пока что, можно сказать, что у частично фертильных амфигоплоидов, на примере конкретно пшенично-ржаных, да, амфигоплоидов, сочетаются характеристики и митотического, и мейотического деления. Ну и, соответственно, наверняка там есть некий собственный путь или пути, отличные от общепринятых. Ну, собственно, что требует дополнительного изучения. Спасибо. Кино. Безусловно. Так. Должно было уже. Так, это один из видов
скажем так, один из гибридов наших, у которого очень интересное веретено деление. Практически нет центрального веретена. И у нас очень жирные пучки, которые цепляют центромеры и оттаскивают вот в разные стороны. Причем, ну, чуть-чуть быстровато, наверное. Можно наблюдать, допустим, как вот здесь, что вот хромосома целиком оттащилась к полюсу, а вот эта хромосома, она поделится. Соответственно, поскольку она поделится, то уже будет в одной, как бы в одной клеточке часть хромосом, именно хромосом, и часть хроматит. То есть такая... Зеленое – это веретено, альфа-тубулин, тубулиновое веретено, а красное – это в данном случае СНН3, это центромер, да. Ну и уже даже на этом, как бы, скажем так, срезе, да, видно, что в одну клеточку оттаскивается гораздо больше хромосом, чем во вторую. И данная пыльца в итоге, данная клеточка потом бы развелась в стерильную пыльцу. Еще одним примером стерильного, который сочетает в себе признаки, скажем так, мейоза и митоза, да, это вот такой вот у нас гибрид 18-13. У него в мейозе, да, получается, в первом делении мейоза, а то, что это первое деление, мы судим, потому что фосфорилирование идет по всей хромосоме, идет разделение на хроматиды, что должно быть только когда хромосомы подходят уже к полюсам. То есть у нас идет, скажем так, фальшстарт разделения хроматид. При этом данные как бы хромосомы, они тоже частично вот хромосомы растаскиваются, а те, которые по центру, там будут, к полюсам будут отходить только хроматиды. И тоже мы получим в результате стерильную пыльцу. Вот такое видео. Кстати, видео сделаны у нас в институте на конфокальном микроскопе. Хорошо, так. Спасибо. Надеюсь, никто не уснул. Так, вопрос, пожалуйста. Насколько вообще часто встречающиеся события? Так, что, не слышу. Насколько часто вообще встречается это событие? Вот, вот тут все на примере было пшеницы и ржи, а вот у того вот чего? Насколько это всеобъемлющее или популярно? Ну, об этом можно судить только по числу, скажем так, работ, проведенных по гибридизации, да. Допустим, некоторые гибриды, у них, допустим, отдаленная гибридизация, зачастую там вообще ничего не получится. То есть все будет стерильно и как бы частота нулевая, да. А в некоторых случаях, как, например, вот у нас... раз, позвольте вернуться, да, например, вот этот тип, сейчас я его покажу, вот. Вот здесь, вот, как я отмечала, допустим, вот у этих гибридов, конкретно 2R2D, да, с замещением хромосомы 2D, хромосомы 2R, там почти 100% стерильность. Но у растений вот 6R, 6А и 5R, 5А там довольно высокий, причем у 6R, 6А до 90%, скажем так, посчитанных пыльничков, посчитанных миоцитов в конечном итоге дали бы фертильную пыльцу. Вот так. Наверное, это можно задним числом отсчитать. От видов, которые... Кроме того... Мы видим, что они потомки аллополиплоидов, а потом они стали вот эти функционально диплоидами. Кстати, да. То есть это... фертильности, да. Ну,
он, видите, не везде одинаково реализуется. То есть, да, это реституция, но она по-разному реализуется у разных видов. И вообще, ну, как в разных случаях, да? Вот вернемся к той же самой, да? Так, извините, картошечки, да? А, нет, у меня здесь не картошечка, у меня здесь, например, арабидопсис, да? У арабидопсиса происходит, есть такая мутация веретена, ЕСОН, которая позволяет, ну, которая, как тут показать, какая из клеточек, во втором... Ладно, ну и в общем у них есть мутация веретена, в результате получается 2N гамета. Вот этот результат можно достигнуть быть разными путями. Да, да, разными путями. Я подозреваю, и без мутации за счет каких-то фокусов физиологии. У меня вот, если честно, такое впечатление... Потому что у вас, вот видите, у вас в пределах одного растения получается и такой путь, и другой. Вот да? Как раз я хотела... что есть такое вот качание, да? Я хотела вот немножко на этом остановиться, да? Не, в плане того, что вот на мое личное такое мнение, да, что клетка, вот получается гибрид, и да, мучается, что я делаю? У нее такой же жестокий стресс просто, она что начинает включать все возможные, как бы, все, что можно, чтобы только выжить. И в итоге получается, что где-то это сочетание нескольких мутаций или там достаточно одной мутации, и у тебя получается фертильная пыльца, да, из вот этой клеточки. А в какой-то клеточке там неправильное сочетание вот этих факторов, и она получается стерильной. Ну, вообще идет стабилизация генома за счет выброса генетического материала. Ну, в общем, потомки есть, но мы используем не самоопыление, а скрещивание с рожью. Я тут полагал, что после того, как мы это получили, мы все, так сказать, они это у нас прошли, они теперь спасены, нет? Ну, да, мы скрещиванием пользуемся. Да, пожалуйста. Нет, это фигура речи. Единственное, что могу сказать, как бы, допустим, не стресс, а некие запускание неких предковых механизмов, да? Допустим, на исследование того же самого вот этого фосфорилирования показало, что у предковых форм и в митозе, вот он у нас митоз, да, здесь точечки, а у предковых, там, у мхов, у них точно так же, как и у высших растений, полностью все идет зафосфорилировано. То есть это некое включение древних механизмов, которые, казались бы, уже давно забыты, да, вот, для того, чтобы как-то реализоваться. Что? Кто? Простите. Мужская пыльца. Мхов, ой, если честно, я не помню. Вот так вот, вот прям сразу так не вспомню. Так, еще вопрос. Да, пожалуйста. Один, вы использовали замещенные линии, значит, хромосомы на шип пшеницы. Да. И установили вот три типа расхождения хромосом. Нижний тонтик, нижний тонтик, лаки промежуточный. Скажите, а вот вы не видели какого-нибудь влияния конкретного замещения на изменение частоты вот этих типов расхождения? Может, какая-то хромосома G там приводила чисто вот к миотик лайк, либо чисто к метотик лайк, либо какое-то смещение вот этих частот было? Я наверное, как, плохо... Вот, не-не-не, просто я об этом не упоминала уже, Юрий Владимирович, непосредственно вот здесь.
Что получается, когда мы используем вторую хромосому, там нету ничего, когда шестую, там очень высокий процент. Чего? Ну, фертильные пути, соответственно, митотик лайк деление. А, допустим, да, здесь методик лайк, здесь миотик лайк. Так, еще вопросы? Так, Дина, вот по поводу этого RH вы сказали, да, в чем дело, в смысле, механизмом? Печь? Я понимаю, что он разрешает, может, что это такое? Это какой-то белок, который с чем-то связан, по механизму, что-нибудь, молекулярной биологии эта история известна или нет? Вот ну, вообще много исследований на этом PHG, этого PHG-гена ведется. Да, да. Ну, пока точного ответа я, скажем так, для себя не определила. То есть, он должен как-то различать эти самые гомологичные центромеры, не гомологичные. Изначально вообще считали, что он, в принципе, препятствует, да, вот более поздние работы, например, показано, что он именно разделяет, да, разделяет, а вот каким именно, чем именно, вот, ну, я, увы, затрудняюсь на это ответить. Так, хорошо, значит, да, пожалуйста. Вопрос, стресс и вопрос, нет, по поводу физиологии, а если их на разном гормональном фоне посмотреть? Не пробовали стимулировать к этому делу? Там от периода, от сезона, Так, ну что я могу сказать? Я вам могу сказать только мои наблюдения. Например. Пятница, это происходит чаще. В жару, вот когда была жара, вот прошлым летом, да, когда было очень, очень сухо, да. Очень жарко, именно недостаток влаги, много инсоляции, у нас больше стерильных было, чем фертильных. Ну, это может быть вообще по всяким разным причинам. Так что другого, как бы пока. Внешние условия, конечно, влияют, но.